Дорогие друзья, сегодня 10 апреля, ну а мы продолжаем работать. Собственно, сегодня покажем вам двигатель Cummins 6CTA 8.3 C215. Данный двигатель в различных модификациях устанавливается на большой спектр техники, ну то есть применение у него колоссальное. Вот именно в этой комплектации, в этой конфигурации двигатель устанавливается на экскаваторы и грейдеры XMG GR215 и его аналоги. Экскаваторы Hitachi различные модификации там, от 15 тонн и выше. И, соответственно, также может быть установлен на фронтальных погрузчиках, ну и другой специальной технике. Собственно, что из себя представляет данная конфигурация и сам двигатель? Кстати, друзья, двигатель этот оригинальный, двигатель в первой максимальной комплектации, которая возможна, да, и, собственно, вот он такой красавчик у нас. Первое, что бросается в глаза, это вот такой вот горб, да, как мы его называем, это интеркулер, кулер охлаждения, то есть тут идет у нас два патрубка, сюда здесь теплообменник внутри, и, соответственно, воздух впадает, ну, воздух, который попадает, он уже охлаждается. Поэтому данный двигатель имеет большую мощность, чем его аналоги без вот такого кулера. Также двигатель комплектуется рядным шестиплунжером ТНВД и уже, соответственно, топливными трубками и форсунками. Уже все установлено на местах. Имеется здесь по топливной системе подкачка низкого давления, вот так вот она реализована, то есть мы сюда подключаем топливную магистраль с бака и здесь уже там закачиваем топливо в систему. Здесь идет система фильтрации из двух фильтров грубой и тонкой очистки. Вот по этой стороне имеем датчик давления масла. Посмотрим, что у нас по маслу. Масло на кончике щупа, то есть, соответственно, масло нужно перед использованием залить, откатать какое-то количество моточасов и поменять, после этого использовать в полной мере. Друзья, о чем я говорил по поводу применяемости данного двигателя. Вот, допустим, мы имеем заливную горловину, которая будет удобна для, допустим, для погрузчика, да, заливать масло. Здесь заливная горловина также дублируется. Это вот, допустим, в экскаваторах удобно сверху заливать масло, да, в двигатель, контролировать. Вот. Ну, давайте пройдем дальше. Лобовая часть, здесь мы видим обводной ремень, ролик натяжителя, да, уже установлен, соответственно. Вот также имеется генератор. Генератор все оригинальный, Cummins. Здесь выше по блок термостатов, также там помпа. Далее имеется теплообменник для охлаждения масла, большой масляный фильтр, oil фильтр, да, вот выходной патрубок, это для охлаждения, подключения радиатора. Выше можем наблюдать коллектор выходной, да. Здесь видим турбину. Турбина уже отбалансирована, турбина Холсет, оригинальная. Также вот здесь можно наблюдать крыльчаточку, все крутится, все есть. У турбины есть актуатор, который будет сбрасывать лишнее давление. По электрочасти МИМ электростартер, 24 вольта, 6 киловатт, мощный, хороший стартер. Здесь видим, висит у нас сертификат Cummins. Далее здесь у нас находится кожух маховика и, собственно, сам маховик. Дорогие друзья, здесь может быть маховики в различном исполнении, соответственно, под разную технику. Поэтому, когда заказываете двигатель, обязательно вот этот момент надо учитывать, чтобы нам хотя бы фото или там размеры отправить маховика и кожуха маховика. Вот, ну, дорогие друзья, если вам необходим такой двигатель, в компании TechLife такие двигателя имеются, пропишите комментарий, если я что-то неправильно сказал, или есть какая-то вам дополнительная информация нужна. Наши менеджеры компетентные отвечают, реагируют очень быстро, то есть какая информация понадобится, вообще без проблем. Друзья, компания TechLife, доверие, заслуженное дело.
Спасибо всем.